само по себе ничего не происходит. Просто дело надо делать, когда результат будет. Спасибо. Досточтимые сударь и сударыня, дети, их родные, гости, мои коллеги, дорогие мои, я очень рад и счастлив, что дожил до этого дня. 25 лет, ровно 25 лет на этом месте мы делали первую выставку артели. И именно тогда родилось это название «Артель». Это название мне подсказал Владимир Даль. Вы знаете, кто это. И до сих пор это слово служит как бы объединительным таким символом для нашей артели. Я очень рад и счастлив, что у нас такой прекрасный коллектив. Я хочу в первую очередь поблагодарить тех, кто работал раньше в артели и участвовал в ее созидании. Кто был случайный, тот уходил, а все самые преданные, они остались. И я очень счастлив тому, что руководство нашей артели в надежных руках, вы можете сами в этом убедиться, что Наталья Ивановна нельзя третье лето открыла, и лоскутная, что она возглавляет, и длинная игрушка, вот, качество здесь. Но я думаю, что это еще не предел. Хочется поздравить всех с нашим таким чудесным юбилей. Надеюсь, что другие юбилеи тоже соберут нас всех вместе. Ну и пожелать всем доброго здоровья и главное добра. Творите добро!